здесь, в поезде, в Интерсити, выдвинуть. И уже, на самом деле, мы буквально через пару минут будем выходить. Ах, я такая счастливая. Да, но очень рано вставать. Часы разлетелись, а я без часов. О, мы столько нагулялись, так все болит. Не знаю, что мы сейчас будем делать вообще. Чуши в поезде выспались. Ну, ты выспался, я такое. Сели поляки, начали смеяться, что-то разговаривать. В общем, не важно. А поезд, кстати, прикольный. Прикольный и удобный. Мне больше всего понравилась эта штучка для вещей. А, где? Я тебе покажу. Ребята, мы уже в Выдвиче, официально стоим на земле родной, для меня, по крайней мере. Вот, сейчас. Вот сзади меня вокзал главный. И мы решили, что поедем на автобусе, чтобы не тащиться с сумками, с этими, не напрягать себя. Спокойненько домой доедем, а там уже будем гулять, отдыхать, все такое прочее. В общем, мы добираемся до центра. Сегодня как-то очень холодно. Зашли в Ашан, покушали пончики с йогуртом, потому что дома ничего нету, вчера был Ашан закрыт, вот, и сегодня как-то прохладно, что упал ребенок. Вот, можно сказать, одна из главных улиц Выдвиж. На самом деле красиво. В общем, экскурсия для Андрея и для вас тоже. Вот. Довела до костёла. Вот галерея эта красивая. И чуть дальше пойдем. Потом туда уже пойдем. Так, грубо говоря. Мы на набережную, главное. Кораблики. Вот эти домики красивые. Вроде сегодня погода не очень вообще. Погода желает вернуться, но уже отойдем. Мне уже очень холодно, потому что сильный ветер. 10 градусов. И прям, ну вот вообще, из-за ветра очень-очень холодно. Кому-то нормально, мне вообще прохладно. Так. Thank you.
пальчик. Вот он, вот он. Такой же вот. Все это здание. Вот, это все оттуда. Тут сюда сверху. Вот это очень красиво. Красиво. Мы тут сидим, смеемся, в общем, пошли. У меня закончилась память на телефоне. О, что очень холодно. Я такая думаю, ну ладно, сейчас поудаляю там пару видосиков, посадить там немножко гигабайтов. 20 гигов. Да, в итоге у меня было... 20 гигов видео старых, ненужных. Именно те, которые я записывала когда-то для влога, я просто пособрала, поудаляла, и там было 20 гигабайтов. Месяц телефона. Ой, это, ну это прям жизнь блогера просто, да. Не, ну вот это смешно, я думала там, ну 5 гигабайт, ой, там прям это. Вот мы просто сидим, на этой лаве пошли, сейчас сколько нормальный, боже мой. Вот это красивая местность, тут очень нравится. Но они еще дым проверяют тоже, тут какой-то будет концерт, поэтому... Ой, детку. Чем тут красота? Идем дальше туда. Или мы пойдем по каналу? Вот, вот, знаете, не знаю, куда его повести, по какому месту. Идем по каналу возле водички. Нет, но по каналу вот туда вообще-то идти. А это по речечке. Ты просто когда мерзнешь возле воды, ты не очень крепко обнимаешься. Тут везде вода, тут не получится пройти без воды. На самом деле погодка вообще такая себе. Красиво, смотри, как прикольно. Типа волнами. Мы подозревали, что это что-то к 3 мая. Сегодня вряд ли что-то будет, а вот завтра. Хотя, сегодня, блин, будний день, что у меня будет неделька. Как раз будет день смонтироваться. Ну, может быть. Все, одна очень красивая локация. Ой. Ветер дует, этот лох, наверное, будет слишком бедный. Сюда, здесь все плохо. Да, странно красиво. Я рога, старый млын. Красивенное здание. Кстати, ребята, может кто-то из вас знает, надеюсь, что кто-то из поляков знает, что означают вот эти сине-белые и желто-белые флаги. Ну и вообще, ну, то есть, типа, белый с красным понятно, а вот эти, это какой-то католический знак или что? Вообще, напишите в комментариях, кто знает. Интересно очень. Потому что они повсюду на храмах. Ну да. Я не знаю. Мы тут немножко скупились, больше чем на 100 злотых. Ну это такое. Такое вообще. Столько всего. Вот, в общем, все, что мы купили. Сейчас. Вот. Так, это все нам обошлось вот 104 злотых. Сейчас не знаю, вам медленно покажу, конечно. Если вы успеете найти. Вот. Сыр купили.
Так, колбаски пожарим. Стейк. И эту филешку. Потом типа ветчину, хамон какой-то, ветчина, рыбные замороженные, это масло, хлеб, потом капуста, помидоры, цибульку, тут еще сыр, салат, кокосовые батончики, вилку, это надо, ментос, топтушку для картошки, овощи, огурцы, тарелку еще одну глубокую взяла, туалетную бумагу, сок, молоко, йогурт, вот этот йогурт очень вкусный с клубничкой. И это на вечер, на пиво, отмечать будем, так сказать. Еще вот этот крем взяли, который выкинули мне в этом. В общем, его нельзя провозить на самолетах, так что кто еще думает, знаете, сахар, пиво и вешалочки. В общем, это все нам ушло 104 злотых. По-хорошему, это на гривны 700 гривен. Да, так что как-то так. Будем сейчас убирать все и что-то готовить.